Всем привет! С вами снова я, Евгения, и сегодня мы с вами поиграем с маленьким сладкоежкой-котенком по имени Sugar Sprinkles и даже побываем в ее конфетном домике. Ну что ж, давайте открывать коробку. Домик Sugar Sprinkles очень напоминает сказочный пряничный домик. Все здесь украшено пирожными, конфетами, мороженными. Домик Sugar Sprinkles очень похож на сказочный пряничный домик. Все здесь украшено сладкими пироженами, сладкими пончиками, конфетами, мороженым. Даже шляпка на голове у Sugar Sprinkles в форме пирожного. Она также украшена бантиком. В комплекте вместе с этой игрушкой вы найдете три подвесочки. Пирожное, мороженое и десерт. Их можно приколоть к Sugar Sprinkles. Для этого здесь есть специальное отверстие. Вот давайте приколем с вами пирожное на голову Sugar Sprinkles. Будет еще одна маленькая шляпка. Домик Sugar Sprinkles состоит из трех частей. Входной двери с пироженками, вот такого кубика и задней стеночки. На задней стеночке также вы найдете наклейки, гитару и пирожное. Sugar Sprinkles приветствует вас в своем сладком пряничном домике. Забрав маленькие домики, у вас получится вот такая прекрасная резиденция с маленькими животными. Они могут ходить друг к другу в гости. Sugar Sprinkles и Sunshine Sweetness собрались в гости к Минки Мак и пингвину Паркеру Веддлтону. Тук-тук-тук, открывайте, мы здесь, мы пришли. Эти домики очень легко сложить в таком направлении, в котором вам понравится. И, конечно же, их очень легко разложить. Вот, так мы сложим одноэтажный домик. Вот таким образом. Sugar Sprinkles обязательно поделится с вами сладостями. Она, а также другие питомцы из коллекции Littlest Pet Shop от фирмы Hasbro ждут вас на нашем сайте megadiscount.pl. До свидания!